уважаемая публика, мы открываем яму филармонии. Поэтому просьба ваша партиционное участие на данный момент будет заключаться в том, что вы ведете себя как приличная публика на приличном симфоническом оркестре, концерте. Почему? Потому что вы станете свидетелями и определенными участниками событий, которые больше никогда не повторится. Поэтому если вы что-то не расслышите, вы не расслышите этого никогда. Значит, вот еще две вещи, которые скажу. Во-первых, я хочу все-таки чуть-чуть сказать о Сергее Лебедеве, который очень скромно себя характеризовал. Это человек, который умеет делать музыкальный инструмент из любого предмета, а также, если предмета нет, он все равно сделает музыкальный инструмент. И он в данном случае, во многих других, поэтому для нас незаменим. И третье, то, что вы сейчас услышите, это вещь в духе наших квартирных акций, когда у вас, собственно, ничего в руках нет. У вас есть только то, что вы видите. Ну вот есть голос. Значит, с голосом можно тоже работать. Тем более техника сейчас позволяет это расширить. Значит, вы услышите некоторую звуковую последовательность, в которой будут тексты, звуки, музыка. А что это все вместе, это решать вам. Вот это традиция КД, когда мы каждый раз проверяем, где границы искусства. Вот мы сейчас тоже будем проверять, где границы искусства. В данном случае, то есть, в какой степени эта звуковая картина, которая вам здесь предлагается, может считаться искусством. Вы решаете. Появление. Зрителям были разосланы приглашения на акцию появления. Когда приглашенные собрались, 30 человек, и разместились на краю поля, через 5 минут с противоположной стороны из леса появились двое участников акции, пересекли поле, подошли к зрителям и вручили им справки, документальное подтверждение, удостоверяющее присутствие на появлении. Примерно в середине марта я получил письмо с предложением сделать самостоятельно очередную вещь из серии наших личных акций. Причем было указано, что это рассчитано именно на условия и специфику моей узкой жизни. В конверт было вложено первое сопроводительное письмо. Я, естественно, был рад этому предложению и стал ждать посылки. По Ниткову, «Три темноты», замечание к описательному тексту, план акции. Не зная, в чем должна заключаться акция, Понятков и ВДР в дневное время приходят на снежную поляну в лесу. В снегу выкапывается небольшая яма, и в нее ставится стул. Понятков садится на стул, после чего остальные участники, накрыв сидящего Понятков сверху щитом, с помощью вертикально укрепленных снегу столбиков по углам ямы, начинают сыпать на щит снег, таким образом, чтобы образовался снежный холм, внутри которого в темноте находится Понятков. Предварительно участники договариваются с Понятковым о том, что он должен встать со стула и поднять над собой щит сразу, как только второй раз наступит тишина. Во время всего действия вблизи и вокруг холма Понятково включены на полную громкость 6 радиоприемников на разных волнах. Исходя из содержания первого письма, я предположил, что мне нужно будет повесить или установить на краю поля какой-нибудь лозунг, подобный работам 77-78 годов.
либо какую-то мягкую конструкцию. На середину большого заснеженного поля окруженного леса и с строителями акции пришли 10 участников. Чтобы этот объект подавался пространственному подрению. На это указывалось в пункте 4 первого справедливого письма. При этом не был бы громоздким и тяжелым. В ближайшее время из телефонного разговора с Монастырским выяснилось, что мне придется завязать на деревья. То есть мои догадки частично подтверждались. Причем Андрей посоветовал мне подыскать подходящую пару деревьев заранее. Монастырского. 7 участников акции выстроились в ряд на расстоянии 15 шагов друг от друга лицом к зрителю, Монастырскому, на нехоженном заснеженном поле, ограниченном с одной стороны лесом, а Монастырский находился напротив четвертого участника на расстоянии 20 шагов от него. 7 участников акции. Перед самым началом акции Монастырскому был вручен магнитофон и сделано устное указание. После команды одного из участников включить магнитофон на воспроизведение. Дальнейшие инструкции относительно действий участников и Монастырского были записаны на магнитофонной пленке. И сделано устное указание. После команды одного из я обнаружил, что залезть практически ни на одно дерево нельзя. Данное место высокие деревья имеют, как правило, высокую крону при почти голом стволе. То есть ветки начинают расти лишь на высоте 6-7 метров от земли. Следовательно, до получения посылки мне нужно было решить техническую проблему. Как забраться на дерево, да еще и укрепиться на нем для предстоящей работы. Сущность структуры постановки со зрителями, воспринимаемой только как единое целое, характеризуется двумя взаимосвязанными этапами, соответственно, делящими текст постановки на две части. Значение первого, подготовительно-смыслообразующего этапа, включающего приглашение, поездку до места событий и некоторые другие визуализационные системы различных уровней, для постановки огромно. Первая часть текста, актуализирующийся на уровне рациональной рефлексии, создает условия для реализации второй событийной части. Она, Штина, выступает таким образом в целевой модальности подготовки зрителей к восприятию и сопереживанию неких идей за счет освобождения их сознания от противоположных установок и создания патриотического настроения. На середину большого заснеженного вместе с устроителями акции пришли 10 участников, которые не знали ни названия акции, ни того, что будет происходить. На доске размером 60-90 сантиметров, положенной на снег, сущность структуры постановки со зрителями, воспринимаемых только как единое целое, характеризуется двумя взаимосвязанными, каждая из которых соответственно, делящий текст постановки на две части. Значение первого, удовлетворяющего смыслообразующего этапа, включающего приглашение, поездку до места событий, книжки и другие инфекционные системы с различных уровней для постановки огромного. Первая часть текста, актуализирующаяся на уровне рационального рефлексии, создает условия для реализации второй событийной части. Она, Штейнберг, выступает таким образом в целевой модальности подготовки зрителей к восприятию и к сопереживанию идей за счет освобождения их сознания от прочих поверхностных установок и создания определенного настроения. Время постановки отсчитывается, что можно было бы посчитать бумагу вариантов, выдержав сверхдлинную паузу, когда все же вернулись к привычному ходу вещей. Словно показывая, что им совершенно в середине 70-х годов концептуальная эстетика породила у некоторых представителей советского авангарда, в частности, членов группы «Коллективные действия». И пауза, свойственный этот эстетик распространенный взгляд на артистическое поведение художника. Артистизм стал рассматриваться не как цель, а как средство эстетической практики.
И когда контекст начинает расползаться, необходимо времени, позволяющее актуализироваться идеи в установке и организовать через непонимание или же привлечение зрительского сознания внутрь событий, то есть содержание постановки. Именно для этого понадобилось время, взявшее на себя в ходе постановки форму образующейся функции, необходимо утрачивать автономию событий, становясь элементом последовательности. Со скрытым определенным восприятием представления правоплодно и имитировано телефонное конечно Спасибо.
Thank you.
находится за пределами внимания и интереса зрителя. Пустая коробка с надписью «Hold» была поставлена на день. Зрители и авторы акции покинули ее. Всего было отправлено по всему лесу. Der leere Karton mit der Inschrift Globe wurde an den Baum hängen gelassen. Die Zuschauer und Autoren der Aktion verließen den Wald. Insgesamt wurden im Wald und auf dem Feld mehr als 5 Kilometer im Schnee zurückgelegt. Du steig herum, du steig herum. Была поставлена на день. Зрители и авторы акции покинули лес. Всего было пройдено по всему лесу, по поле, за 5 километров. Пустая коробка с надписью «Хоум» была поставлена на день. Зрители и авторы акции покинули лес. Der leere Karton mit der Inschrift Rock wurde an den Baum hängen gelassen. Die Zuschauer und Autoren der Aktion verließen den Wald. Insgesamt wurden im Wald und auf dem Feld mehr als 5 была поставлена на дело. Зрители и авторы акции покинули лес. Всего было пройдено по всему лесу, на поле, более 5 километров. Спасибо.